Если мы продолжаем революционные студии, которые вы, как я понимаю, начали с Борисом Ивановичем, который вам, как я понимаю, рассказывал о революции вообще, да, мы с вами будем говорить о евреях и революции. Да? Так. А какие-нибудь вопросы есть ко мне? Вот сходу какие-то предварительные, горячие, животрепещущие? Нет. Еще вопрос. Те книжки и статьи, которые вот я рекомендовал, вы смотрели? Смотрели. И все прочли? Ага, понятно. Ну смотри. Мы же смотрели и прочли, да, есть некоторая разница. Это мне понятно. Так, ну хорошо. Сегодня мы поговорим, как это и заявлено, в программе было заявлено разное. Там фигурировало, значит, евреи и терроризм, да, потом каким-то образом возникли из каких-то прошлогодних студий евреи, там, и русская армия и так далее. Но мы будем говорить о евреях, о терроризме сегодня и о расходе российского еврейства в 17-м, последующем годах завтра. Ну, если вас будет остро волновать проблема евреев в русской армии или еще какие-то проблемы, то мы это тоже можем обсудить, это не вопрос. Значит, дальше. Ну, вот я что-то буду рассказывать, ну, по ходу вы, пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то неясно или что-то хочется как-то высказать. То есть наше общение вполне может проходить в не слишком формальном виде. Значит, о чем пойдет сегодня речь? О чем сегодня пойдет речь? Вообще, когда такое словосочетание «евреи и терроризм», то как бы сразу возникает такая тема евреев как жертв, если люди ориентируются на современную эпоху, на современный период. Но мы сегодня будем говорить не об этом, а о том, какую роль российские евреи играли в становлении революционного терроризма в России. Вообще революцию мы, я понимаю, в смысле широко. Это не только событие, которое свершилось в 17 году, а тот революционный процесс, который, среди прочего, привел к революции. Конечно, с моей точки зрения, это неоднократно говорил и писал, что русская революция 17 года – это побочный продукт мировой войны. Не было бы войны, не было бы никакой революции. И это не ускоритель, не повод, это причина революции. И это вполне себе подтверждается сравнительно исторически. Можно сколько угодно рассуждать о сильнейших социальных и разного рода других противоречиях в России, в российском обществе, что чистая правда. Но это совсем не обязательно должно было неизбежно привести к революции. В разных странах были разного рода противоречия, и каких-то случались революционные катаклизмы, каких-то не случались. Так, а если мы посмотрим на события 17-18 годов, то это целая череда европейских революций и распадов империи. Российская, османская, Габсбургская, да, крах германского имперского режима. То есть это общеевропейский процесс, и причина здесь совершенно очевидна одна и та же. Это Первая мировая война, которую, собственно, не выдержали все эти империи. Но, тем не менее, русская революция была весьма своеобразна. Русская революция была самой кровавой, бесспорно. Русская революция привела к наиболее радикальному социальному и какому угодно перевороту и переустройству общества. И если бы не было, по крайней мере, полвека предшествующего этому революционного движения, в том числе в самых радикальных формах, то трудно предположить, что это было бы именно так в 17-м и последующие годы. И один из важнейших элементов, с моей точки зрения, недооцененный, это традиция революционного терроризма в России, когда противников политических или лиц, принадлежащих к определенным социальным группам или классам, истребляют физически. С разными целями. Как для того, чтобы устранить какое-то конкретное лицо, так и для того, чтобы
запугать, устрашить, подать пример и так далее и тому подобное. И вот в истории революционного терроризма евреи сыграли более чем существенную роль, с моей точки зрения. Ну, во-первых, вообще что такое терроризм? Какие версии у вас есть? Как бы вы определили терроризм? Организованное насильственное действие, направленное на группу, например, или на человека с целью устрашения на все причины. Организованное насильственное действие. А чем это от рэкета отличается? Вот в такой дефиниции. Ага. Может быть, идея. Ага, так. Понятно. Есть идея, есть политические цели. А, еще такое. Хорошо. А чем это отличается от войны? Войны? Да. А вот не классичное такое действие. Без объявления войны. А войны всегда объявляют. Да. Террор обычно используется как бы я пытаюсь слово угнетенное заменить каким-то без коннотации. Ну, короче говоря, не находящиеся у власти. Терроризм очень предполагает малое количество участников. То есть там не надо требуется для войны нужна армия, а для террористических войск маленькая подпольная группа, чтобы совершить задение. Так. Мнения разделились несколько, да? Но я смогу утешить, не существует ни одной дефиниции терроризма, которая была бы принята всеми. Их существует по меньшей мере десятки, да? Самые разные. Так, от политически мотивированного насилия, что очень широкое определение, там, да, до довольно длинного и сложного определения, которое дал американский политолог Хардман еще в 1934 году, которое, в общем, довольно точно описывает то, что происходило. Я вас отсылаю к первой главе моей монографии «Терроризм в российском освободительном движении», где это обсуждается, так, и особенно ко второму ее изданию, которое вышло в прошлом году, где это обсуждается не только в введении, но и в дополнительной главе о том, какие дефиниции терроризма произросли уже в 21 веке. Так вы убедитесь, что они очень разные. Что совершенно верно вот наш оратор справа от меня отметил, что надо разделять террор, то есть насилие сверху, со стороны государства, со стороны сильного, и терроризм, насилие снизу, так, со стороны оппозиции, скажем так. Ну и в террологической литературе так и эти термины разделяются, террор и терроризм. Еще один вопрос. Когда возникает терроризм? Вообще, в мире, в России в частности. В античности, очень давно, еще. В античности как минимум. Так, еще варианты. И, кстати, маленький тест на то, читали вы литературу или не читали, рекомендованы. Я могу гарантированно сказать, что никто не читал, ни один человек книжку о терроризме. Так, заодно и тест на правдивость аудитории. Точнее, аудитория была абсолютно правдива. Мы смотрели литературу, да. Все это висит в интернете, или почти все. Так. Когда государство появляется. Ну что, поконкретнее можете привести? Поконкретнее. Можете что-нибудь привести? Убийство Цезаря. Убийство Цезаря, да. Филиппа II. Так, Филиппа II Македонского. Еще.
но какие-то террористические группы, там, я не знаю, организации. Но в еврейской истории сикарии. Сикарии, так. Ира это террористическая организация. Ага, так, ну это уже мы сразу в 20 век переехали, да? Ага, так. Ну, а как вам насчет убийства Авеля Каином? А кого он запугивает? Кого он запугивает? Ну, терроризм, как некоторые считают, не всегда преследует целью запугать. А если цель устранить, между прочим, да? Так, и доступ к чечевичной похлебке тоже может быть мотивом. Так, что означает слово террор? Ужас. Это из какого языка? Латинского. Понятно. Значит, все то, что вы тут рассказывали, не имеет никакого отношения к действительности, с моей точки зрения. Включая латинский язык. Ну, если не считать того, что там романо-германские языки произросли от латинского. Значит, ну, кстати, а в России когда появляется вообще терроризм? Убийство Александра II. Убийство Александра II. Другие версии есть? Каракозова. Так, покушение Каракозова. Так, еще варианты. А убийство, скажем, Петра Третьего? Это разборка наверху. Да. Еще Павлов, в принципе, можно с натяжкой. Павлов, в принципе, можно. Так. Ну, хорошо. Значит... Действительно, в литературе террологической она велика и обильна. Чтобы вы представили себе, сколь много пишут о терроризме, особенно сейчас, когда это, наверное, едва ли не самое популярное слово в мировой повестке дня, политической и дипломатической, в где-то 10 лет тому назад в мире каждые 6 часов выходила книга о терроризме. Каждые 6 часов выходила книга, повторяю. Я думаю, сейчас это еще чаще, просто там подсчеты провел один человек, не ленивый, напомню, 2006-2007 год. Ну, о статьях и так далее говорить не приходится. Но это львиная доля, конечно, о терроризме современном. Если мы говорим об истории, то там приходится чуть не более 3% этой литературы выходящей. Ну, а то, что касается России, то еще меньше. Тем не менее, в абсолютных цифрах это тысячи наименований. Буквально тысячи. И действительно существует такая точка зрения, Уолтер Лакер, например, один из крупнейших специалистов по истории терроризма, о том, что терроризм, так сказать, стар как мир, как человечество, и что вот эти вот секты ассасинов, сикариев и так далее, вот они первые террористические группы, ну я уж не говорю о классическом, конечно, убийстве Цезаря Брута. На самом деле, с моей точки зрения, не только с моей, есть и другие историки, которые эту точку зрения разделяют. Это все так называемые тираноубийства, как правило. Ведь почему убили Цезаря? Потому что хотели убить именно Цезаря. Почему убивали тирана в Древней Греции? Потому что хотели устранить именно этого человека. Да? И можно привести целый ряд вот таких вот вещей. Слово террор как система физического уничтожения и устрашения имеет совершенно конкретное историческое происхождение. Слово это французское. И восходит оно к какому? Великой французской революции. Совершенно верно. Именно тогда возникает слово террор. Как вот в том значении, которое мы его сейчас понимаем. Поэтому, когда говорят о опричном терроре Ивана Грозного или еще что-то в таком духе, это экстраполяция
более позднего термина на более ранние времена. И это легко проследить по словарям и энциклопедиям. Они довольно точно отражают общее понимание, общий смысл. Вот была такая знаменитая, ну была и есть, энциклопедия Брагауса и Фрум, да, которая в России выходила, 82 тома, 86 томов с четырьмя дополнительными, мечта была любого библиофила. И сейчас она, да, продается в букинистах, стоит худо-бедно 300 тысяч рублей. В хорошем состоянии. Ну, вот те люди, которые не чувствуют, что такое библиофильские радости. Взять в руки настоящего Брагауза и Ефрона и видеть эти корешки, так сказать, на полке. Вот у меня на стеллаже стоят прямо напротив кровати. Прошу прощения за это самое, за такую деталь там до потолка. Вот открываю глаза, передо мной Брагауза и Ефрон. А перед вами что? Вот, ну, может быть, более прекрасное что-то, но, тем не менее, Брагауза и Ефрон тоже неплохой вариант. А, так вот, в словаре Брагауза и Ефрона не было теоретической статьи, террору, что-то какой-то мир. Там была конкретная привязка к чему? К террору французской революции, к Бехаминскому террору. Позднее появляется во втором издании словаря, когда уже немножко забрежила полусвобода слова, появляется статья о белом терроре. Когда? Эпохи реставрации во Франции. Когда вернулись бурбоны, и маховик развернулся обратно. Тоже привязано к Франции, к конкретному событию. И только уже после революции 5-го года в словаре, в дополнительных томах, появляются статьи о терроре народной воли. Опять же, явление как универсальное не оценивается, но привязывается к конкретной исторической эпохе. Когда на самом деле вот эти убийства, покушения или устрашения, собственно, становятся тем, что мы квалифицируем как террористы? Это, в общем-то, 19 век. И мы видим движение Карбонария в Италии, например, да? Это уже очень похоже на современные террористические организации. Так... Но по-настоящему, с моей точки зрения, терроризм становится тем, что мы про этим словом понимаем, в России. В России и, собственно говоря, первый террористический акт не без основания относят к совершенно конкретной дате, 4 апреля 1866 года, это покушение Каракозова на императора Александра II, неудачное во всех смыслах этого слова, не только потому, что Каракозов промахнулся, но и потому, что его террористический акт был совершенно не понят ни народом, ни обществом и вызвал крайне негативную реакцию. Прежде всего, среди крестьянства, ради которого Каракозов пытался убить императора Александра II. Когда Каракозова схватили, то Александр II подошел к нему и спросил, ты поляк? Ну, первая реакция. Ну, как это русский человек может стрелять вообще в русского царя, да? Тем паче, вот, только что подавили польское восстание, были там ссылки многочисленные. Не, сказал Каракозов, я русский. Кстати, он был к тому же дворянином Пензенской губернии. Я русский, за что же ты вот меня стрелял? За то, что ты обещал землю, да не дал, сказал Каракозов. Но один из версий его ответов, там этих версий существует несколько. По одной из них он просто сказал, чего ты хотел, сказал, ничего, сказал Каракозов. Некоторые интерпретировали так, что он хотел просто, чтобы ничего не стало на месте русской монархии. На этом целую концепцию построила Клаудия Верховен, автор книги «The Odd Man Каракозов». Каракозов, происхождение революционного терроризма в России, это монография, которая вышла на английском языке. В переводе на русский это означает «чудак Каракозов». В данном случае это перевод совершенно точный, потому что это цитата из Достоевского. Вот. Она просто там прямая есть, отсылка. Вот, кстати, говорят, что яблочко от яблони далеко падает. Иногда очень далеко. Клаудия Верховен – это дочь Пола Верховена, режиссера фильма какого? Вспомнить все. А? Вспомнить все.
Сейчас помню все, не помню, кто режиссер, это Смоленский. И целый ряд других. Это вот Пол Верховен, а вот его дочь Клаудия, или как сама себя называет, Клава. Она, значит, историк России, профессор Корнеллского университета. Там, где некогда преподавал кто? В Корнеллском университете, в штате Нью-Йорк, в городе Итака. Бродский? А дальше Бродского уже литературы не было. Ну, высокоинтеллектуальное сообщество. О ком было сказано, что этот писатель не получил Нобелевской премии, потому что она его недостойна? А? Евтушенко. Кто? Пастернак. Евтушенко. Однажды к Осипу Бродскому, здесь упомянутому, пришли и сказали, вы знаете, Евтушенко выступил против колхозов. А что Бродский ответил, если Евтушенко против колхозов, то я за. Это довольно точно определяет место Евгения Александровича в русской поэзии. Речь, конечно, идет о Владимире Набокове, профессоре Корнеллского университета, который там читал лекции американским студентам, которых он ненавидел, считал тупыми, естественно, над ними издевался, они его страшно боялись, и тем не менее записывались толпами на его курс. Ну, то ли были мазохисты, то ли что-то понимали все-таки в том, кто им его преподает. Но как только Набоков написал книжку под названием каким? «Лолита». И заработал кучу денег, прежде всего продав права на экранизацию Голливуду, а также получил роялти с этого дела, да? Он тут же бросил преподавание, уехал в Швейцарию. И там и жил до конца своих дней. В Монтрео, в Гранд-отеле, на последнем этаже, в котором снимал половину этажа вдвоем с женой. По-моему, платил 1000 франков в сутки швейцарских. А почему Набоков уехал в Швейцарию, а не куда-нибудь другое место? Это не имеет отношения к терроризму, просто тест, так сказать, на сообразительность. Неплохо. Хороший вариант, еще. Надежная. В Швейцарии? Швейцария наряду с Норвегией самая дорогая страна Европы. Если кто... страна. Еще какие варианты есть? Но заработал человек кучу денег. Ну, банки. Банки. А подумать? Вот страна, где люди явно не платят налогов. Не знаю, что это такое. Налоги там низкие, гораздо ниже, чем в Америке. Поэтому Швейцария – такое убежище для богатых людей. Там Чарли Чаплин жил там и так далее. Вот. Когда зарабатываешь огромные деньги, то каждый процент налогов – это миллионы. Ну, Набоков предпочитал жить в стране, где налоги низкие. А еще вопрос, а почему он в отеле жил с какими-то деньгами? Мог купить себе там дом, там, я не знаю, дворец построить. Если отсутствие гражданства. А? Если покупаешь недвижимость, то уже нужно начинать, ну, как там, процесс идет оформление, ну, то есть там, типа, вид на жительство, начинается проблема. А вы думаете, он жил нелегально в Швейцарии? Конечно, у него был вид на жительство. Нет, в смысле, там просто больше проблем идет. На налог все зависит. Налог идет еще. Оплатить 1000 франков, это нормально в день. Тут любой налог будет, дешевле обойдется. Доходы были больше. А? Доходы были значительно больше, чтобы не заморачиваться как на полку. Коллеги, у нас цикл, посвященный революции. Вопрос мой имеет совершенно определенную историческую подоплеку, подскажу. Боялся, что... Значительное число русских иммигрантов? Между прочим, почти правильно. Набоков, отец Набокова, как известно, был видным вообще политическим деятелем, видным юристом, депутатом Думы, правда, потом, так сказать, арестованным при царском правительстве, лишенным избирательных прав. Дед его был министром юстиции, между прочим, Российской империи. Такая была семейство непростая. Были там помещики, жили на Малой Морской в Петербурге. Бывали на Малой Морской в Петербурге? Неплохая улица, правда? И они все потеряли в результате революции. И Набоков не хотел быть обремененным никакой
недвижимостью. Это была такая... Это стоило огромных денег, он мог себе позволить, он считал себя вот таким человеком, который раз, снялся и уехал. Вот такая была философия. Вот, кстати, эти швейцарские буржуа, они так они не понимали, что это за чудак у них живет. Когда Набоков, так сказать, умер, потом там долгие годы жила его вдова, Вера Слоним, чтобы он сидел без еврейки жены, которая была его менеджером, между прочим. Все дела по изданию «Лолиты» и прочее, прочее, все это менеджировала Вера Евсеевна и вот вела дела своего мужа и вела их довольно неплохо. Вот. Кроме того, они играли вообще время от времени в шахматы. И замечательные фотографии, как они играют в шахматы. Вот. Так к чему я договорил, что эти, значит, буржуа тупые, они, значит, не понимали, кто это у них жил на самом деле. И очень удивлялись, когда какие-то туристы все время приходили в отель, так, а где тут Набоков жил? Кто такой Набоков? А, это тот чудак, который снимал у нас половину этажа, так мы же это поделили на отдельные номера, как он, 4 или 5 номеров из бывших апартаментов Набокова сделан. Потом у них что-то перещелкнуло в голове, и теперь половина этажа увешана редкими фотографиями Веры и Владимира Набокова, когда они вот жили в Монтрё. Вот, ну и... Значит, когда я участвовал в книжной выставке в Женеве, мы, конечно, с компанией разных писателей поехали, среди прочего, в Монтрё, и толпой туда, значит, зашли, посмотрели на эти фотографии, отметились, пошли дальше. Ну, сходили еще на кладбище, там, где ВВ, это соседнее местечко, похоронен Набоков. Вот. Так вот, возвращаясь к терроризм. Выстрел Каракозова – это был первый такой вот звонок. Но что последовало дальше и когда по-настоящему родился не только терроризм в России, а вообще мировой терроризм как явление? Кто-то совершенно верно сказал – 1 марта 1881 года. Почему? Кто объяснит? Убийство главы государства. И что? Организованное. Ну, что можно достичь цели вот таким вот способом. А раньше не убивали глав государства? Раньше, имеется в виду, что она привела к конкретным политическим последствиям, изменениям. Да, каким же изменениям привела это повышение? Контрреформа. Величайшее достижение. Вместо, значит, да, краха самодержавия, значит, наоборот, реакция. Так? Может, потому что показалось, что партия работает? Что партия работает. Ну, партия – это некоторая натяжка по отношению к народной воле, все-таки очень не слишком похожа на то, что мы понимаем как политической партии. Значит, ну, с моей точки зрения, почему я отстаиваю эту позицию, что современный терроризм родился в России, и именно 1 марта 1981 года, мы видим все три элемента, которые определяют, собственно говоря, терроризм. Это, совершенно верно, организация, это идеология, и это действие, причем успешное. Ведь народная воля, она сформулировала, собственно говоря, народовольцы сформулировали программу и в том числе средства ее достижения терроризм. Они не считали это главным в своем арсенале, но де-факто это свелось, их самый главный успех – это терроризм. Они заявили о своем существовании взрывом, как они думали, царского поезда 19 ноября 1879 года под Москвой. Взорвали на самом деле свицкий поезд. Поезда поменялись по ходу движения. Император, прибывший на Курский вокзал в Москве, значит, был в высшей степени удивлен, когда ему сообщили, что следующий поезд был взорван. Это, если я не ошибаюсь, думаю, что не ошибаюсь, первый в истории взрыв поезда. Вот с целью совершения террористического акта. И они после этого выпустили листовку, в которой писали, что Александру II вынесен смертный приговор,
что, ну вот сейчас не удалось, но мы непременно это сделаем, и что вопрос только в сроках, способах, вообще в подробностях там было написано. И они устроили, как они это называли, охоту на коронованного зверя, на императора Александра II, того самого, который освободил русских крестьян. Так или иначе, но после целого ряда покушений императора, в конце концов, убили. У меня, к сожалению, нет возможности рассказывать в деталях все эти феноменальные истории, особенно поразительный взрыв в Зимнем дворце 5 марта 1880 года. Но, в конце концов, император был убит, или по терминологии народовольцев, казнен. И они доказали на практике, что небольшая группа хорошо организованных людей может добиться самой невероятной цели, ну, любой цели, сколь бы невероятной бы она ни казалась. Так? И вся мощь этой могучей империи оказывается бессильна перед злой волей, как писали в газете, этих людей. И это был вот такой пример, поразительный пример, которому следовали террористы последующих поколений, и это даже называлось русским способом. Например, в Индии, где там терроризм тоже пошел резко вверх там, и так далее. Вот. Досужие умы утверждают, что современный терроризм родился в Ирландии, но я, будучи настоящим патриотом, отстаивал, так сказать, позицию, что, конечно, Россия не только родина слонов, как известно, но и родина революционного терроризма. И думаю, что это довольно убедительная позиция. Ну а где же здесь евреи, о которых мы собирались говорить? Да вполне себе уже на месте. А в народническом движении все в большей степени начинают участвовать российские евреи, ассимилированные, конечно, в основном, или наполовину ассимилированные. Это именно российское, русское революционное движение. Так, и мы видим среди предшественников вот этих, как их называл Альбер Камю, бескорыстных убийц, например, с Соломона Виттенберга, который еще в 1878 году собирался вместе со товарищей устроить взрыв в Николаеве, через который должен был проезжать император и, значит, его убить. Среди народовольцев Григорий Гольденберг, который еще до образования народной воли, еще будучи землевольцем, предшествующая организация, застрелил харьковского губернатора князя Кропоткина, вскочил на подножку кареты и выстрелил прямо в князя. Так? Этот Дмитрий Кропоткин был, кстати, кузеном, двоюродным братом знаменитого анархиста Петра Кропоткина. Ну, вот были они на разных сторонах. Ну, с Гольденбергом была потом печальная история. Его арестовали в Елизаветграде с грузом динамита. Вот. И был он человек вообще небольшого ума, и следователь его сумел, так сказать, раскрутить, что называется. Он его убедил в том, что правительство, оно само хочет каких-то реформ, но вот эти теракты не дают же ему отступить, и вот надо же какой-то союз найти. И, короче говоря, Гольденберг рассказал ему все, что знал. После чего, когда он стал не нужен, ему это дали понять, что его просто облапошили, он покончил с собой. Такой был незадачливый террорист. И если мы говорим о 1 марта 1881 года, то среди первомартовцев, среди тех, кто непосредственно готовил покушение, и более того, кто оказался на скамье подсудимых, была Гесия Гельфман, мозырская мещанка, некогда слушательница медицинских курсов в Киеве, увлекшаяся революционными идеями. На ее квартире, которую она снимала вместе со своим гражданским мужем Николаем Саблиным, там, собственно говоря, выдавали те метательные снаряды, ручные бомбы, которыми, взрывом одной из которых был убит император Николай Александр II, смертельно раненый, точнее. И среди первомартовцев было обычно называют 5 имен: Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич,
Николай Росаков, бросивший первую бомбу, и Тимофей Михайлов, тоже метальщик, услуги которого, так сказать, не потребовались. Гриневицкий бросил ту бомбу, которая смертельно ранила императора его самого. И шестой была Гейша Гельфман. Я думаю, что вам знакомы те имена, которые я называл, этих пятерых, да? Так вот, все шестеро были приговорены к повешению. Трудно было ожидать другого приговора. Был суд все-таки, да? Некоторые люди обращались к императору Александру Третьему с просьбой их помиловать как христианину. В частности, Владимир Соловьев, философ, которого сочли сумасшедшим и уволили со службы преподавательской, и Лев Толстой, который обратился с письмом к императору Александру Третьему, которое начиналось так: «Возлюбленный брат мой», писал он императору, и пытался передать его через Победоносцева. Победоносцев не передал и написал Толстому, что ваш Христос не мой Христос. Ну, так или иначе, значит, но пятеро были повешены публично. Это был первый случай казни женщины в России за политическое преступление, но не последний. И последняя публичная казнь. Ибо это вот публичное повешение на Семеновском плацу вызвало такие отрицательные эмоции и послужило таким агитационным фактором, что просто тысячи неофитов, ну, тысячи, может быть, сильно, сотни неофитов пошли в революционное движение. Почему Гельфман не была повешена? Она была беременна. Ее гражданский муж Николай Саблин при аресте застрелился. Гельфман отсрочили смертную казнь до рождения ребенка. То есть она сидит в тюрьме, должна родиться ребенок, после ее повесить. Но это вызвало такую бурю эмоций в европейском обществе и такие, так сказать, протесты, что Александр III решил не выглядеть уж таким законченным варваром, и Гельфман заменили смертную казнь каторгой. На практике, когда она родила ребенка, то ей не оказали медицинской помощи, и она умерла в тюремной камере. Что стало с рожденной девочкой, в общем, неизвестно. По одним данным, она как-то была отдана в детский период и как-то там выжила, по другим она тоже умерла через некоторое время. Так, и вот, если евреи насчитывали в русском революционном движении сначала единицами, потом десятками, то в последующие годы, по подсчетам Эрика Хагелера, американо-канадского историка, написавшего книгу о евреях в русском революционном движении 19 века, каждые 5 лет число евреев в революционном движении удваивалось. То есть это геометрическая прогрессия. В начале 20 века треть всех арестованных по делам о политических преступлениях это были евреи. Ну, конечно, прежде за счет бунта. За счет бунта, который был не только первой политической партией в России, знаете об этом, да? Но и крупнейшей, между прочим. Крупнейшей. Например, в бунте насчитывалось свыше 20 тысяч членов, когда во всей Российской социал-демократии было 8 400 человек. Это вот рубеж 905-го. года. И, кстати говоря, многие историки, ну или скажу аккуратнее, некоторые историки, в частности знаменитый в свое время Леонард Шапира, автор истории КПСС, профессор Оксфордского университета, да, и автор статьи «Евреи в русском революционном движении», он писал, что среди евреев преобладали социал-демократы и вообще такие умеренные социалисты. Вот, приводя в частности бунт, меньшевиков и так далее. И напротив, среди них было меньше вот таких крайних радикалов сравнительно и в частности склонных к террористическим методам ведения борьбы. Я думаю, что это ошибочное утверждение. И здесь количественные факторы только не работают.
Ибо если мы говорим о возрождении терроризма в России в начале 20 века, когда пришла такая вторая волна терроризма и невиданная не только до той поры, но и в последующие годы в мировой истории, я имею в виду период приблизительно с 1901 по 1911 год, то здесь революционеры еврейского происхождения сыграли бесспорно ключевую роль. Было две волны терроризма, как я уже сказал. Одна – это 1878, 1882, и пик этого, конечно, цареубийства 1 марта 1881 года, после которого вот, народная воля стала такой идеальной моделью боевой революционной организации. Так и вот вторая волна первое десятилетие 20 века. И в этом первом десятилетии 20 века мы видим вот таких два типа, я бы сказал, террористических организаций или два типа использования террористических методов. Один – это, собственно говоря, терроризм политический. И здесь мы говорим, прежде всего, о партии социалистов-революционеров, известных более как СР сокращенно, да, и ее боевой организации. И другой тип – это анархистский терроризм, который тоже там делился на разные варианты. Так, партия социалистов-революционеров, вы о ней вообще что-нибудь знаете? Что это все означает? Да, нет? Так. Значит, ну, партия социалистов-революционеров, иногда их называют также неонародниками, да? Они, с одной стороны, исповедовали те же верования, скажем так, что революционные народники, сделавшие ставку на крестьянство, стремившиеся к социализации земли и так далее и тому подобное. Но в начале 20 века невозможно было игнорировать наиболее влиятельное радикальное учение – это марксизм. Ну, кстати, народники тоже его не игнорировали, просто считали, что он неприменим к России. Эсеры пытались сочетать народничество с марксизмом. И они говорили не о там рабочий класс, ну какой там был рабочий класс вообще в России? И в 18-м-то году это было вообще там, как капля в море, да? Но тем не менее он, конечно, рос, да, и речь уже шла о сотнях тысяч и о миллионах людей, хотя в сельской местности по-прежнему жило 90% населения. И подавляющее большинство рабочих – это были выходцы из деревни. В 17-м году была та же самая картина. Кстати, поразительно, как после 17-го года, 17-21-го, как резко падает население Петрограда, вот такой одной из промышленных столиц России, в 4 раза. Более чем с 2 миллионов человек до 700 тысяч. Так, почему так оно упало и так быстро? Ну, отчасти там бегство по политическим мотивам, голод и просто действительно высокая смертность, в частности, там половина Академии наук вымерла просто. Так. Но в значительной степени, потому что эти крестьяне просто пошли в деревни свои. В городе голодно, заводы стоят, работы нет, они просто ушли домой. Вот что такое пролетариат был петроградский. Ну, какие-то, конечно, люди остались. Так, но эсеры, они говорили, что вот есть трудовой класс. А трудовой класс – это те, кто зарабатывает на жизнь собственным трудом. Это крестьяне, рабочие и интеллигенция. И эсеры признавали террористические методы. Но возникает вопрос. А, собственно говоря, как теперь это должно работать?
Они были сторонниками рабочего движения, крестьянских восстаний, там масса всего. И это главное. Но вот терроризм они признавали тоже. Но они боялись возобновлять террористическую борьбу. Почему? Потому что это приводит к обратному. Нет. Потому что они боялись, что могут не понять. Нет. Еще варианты. Они же достигли своих целей. Достигли своих целей политических. Нет. Ну как вы достигли? Подпольная партия, которая там постоянно арестовывает. Не имеет власти ничего. Ну так. Предположение есть? Они боялись неудач. Потому что попытки возобновления террористической борьбы за 20 лет между 1 марта 1981 года и 14 февраля 1901, когда студент Петр Карпович смертельно ранил министра образования Боголепова, по приказу которого были отданы солдаты, студенты, исключенные из университета за участие в волнениях. Причем Карпович назывался социалистом-революционером, но он не принадлежал никакой партии. Да и партия эсеров только формировалась в 1901-1902. Были сплошные неудачи. Провокация была пронизана просто в революционная среда. Ведь преследования жестокие. Сколько раз пытались что-то такое воссоздать. Но наиболее известный пример – это вторые первомартовцы. Группа Александра Ульянова-Шевырева, да? Всех переловили. Причем полиция была, конечно, на редкость непрофессиональна. Под носом. Они там эти бомбы делали там. И потом, значит, ходили по улицам с этими бомбами, да? Значит, ждали Александра II. Два дня ходили по Невскому проспекту. Пока, наконец, их, так сказать, заметили и арестовали. Вот. И вот пятеро, опять виселица, опять было, только они ничего не успели сделать. Ну, бомбы сделали, но как бы их не применили. Сплошные неудачи. Была группа Распутина, не путайте с Григорием Распутиным, значит, которые пытались какие-то, значит, кто-то пытался отравить водопровод дворцовый, кто-то пытался, в частности, Распутина и другие, какие-то создать типа ракет, чтобы запустить их там по дворцу. Разные. Все это заканчивалось неизбежно крахом. И возникло такое поверье, что это не работает уже, ничего такого. Но нашлись люди, которые решили, что вопрос в технологиях и в организации. Этими людьми были прежде всего Григорий Гершуни, он же Герш Ицакович, Герш Исхак Гершуни, и Михаил Гоц. А также один из ближайших соратников Гершуни, Евна Азев. Это вот те люди, которые стояли у истоков боевой организации партии социалистов-революционеров. Обычно на первый план выдвигается Гершуни и Азев. Гершуни – глава боевой организации, Азев – заместитель, потом глава, который одновременно, о чем я скажу позднее, о чем, наверное, все знают, да, был агентом полиции платным с 1893 года еще, и участвовал при этом в формировании партии, в создании партии эсеров. Но на самом деле таким серым кардиналом и мотором был Михаил Гоц. И судьба его чрезвычайно интересна и показательна. Ибо Михаил Гоц, он же Мойша Гоц, был внуком, любимым чайного короля, одного из богатейших людей России, Калимониса Высоцкого. Тот самый Высоцкий, да, значит, из известной уже революционного времени поговорки: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Вот. Так вот, Калимонис Высоцкий, который сделал огромные деньги на торговле чаем, на импорте чая из Китая. Доходы были, можно сравнить с доходами от наркоторговли в наше время, да? Он был миллионером, миллионер по тем временам, это, считайте, миллиардер по нынешним, причем, так сказать, из
условно говоря, первой десятки Forbes, да? Он был человеком набожным, он, кстати, жертвовал большие деньги на вот, Ишуф в Палестине и на всякие еврейские дела. По политическим воззрениям он был консерватором, не знал русскую грамоту, был выходцем из черты оседлости, и любимый внук Мойша читал ему газету «Московские ведомости». Это консервативная газета, редактировавшаяся Михаилом Катковым, известным, так сказать, монархистом и так далее. А папой, значит, Михаила Гоца был, сначала он был, почему, вот Калимонис за кого выдал свою дочь? Вот он, значит, предприниматель, бизнесмен и так далее. Кого он должен искать по нормальной логике? А? Ученого-талмудиста, совершенно верно. Значит, да, вот ученого-талмудиста. Это стандартная формула вообще вот, у еврейских семей. Не обязательно там заканчивается терроризмом и еще чем-нибудь таким, да. Значит, вот папа, условно говоря, купец, значит, сын уже будет врач, значит, да, там, а внук будет юрист. Ну, что-то так. И таких вот случаев, учится, занимаясь немножко мемуарами и биографией Бориса Гершуна, не путайте с Григорием Гершуни, никакого отношения не имеет. Вот предки по обеим линиям, торговцы лесом, еще чем-то. Значит, отец уже, значит, врач, дослужившийся в Вильно до чина штатского генерала, между прочим, да. А внук закончил Петербургский университет, юридический факультет, и был к 17-му году владельцем 18 юрисконсульств, и, в числе прочего, был юрисконсультом великих князей Романовых Андрея Владимировича и Бориса Владимировича. Так? Ну, это один вариант карьеры. В случае с внуками Высоцкого совершенно другая история. Гос там был не единственный. Там был и Илья Фондоминский, Илья Бунаков, впоследствии комиссар Черноморского флота и член Президиума Совета крестьянских депутатов, и погибший, кстати, впоследствии в Освенциме. Вот. И, значит, да, совершенно верно, да. И многие другие. Так вот, значит, Гоц, этот самый сын талмудиста и внук миллионера, но талмудист тоже пошел в итоге по торговой линии и значит, тоже стал, соответственно, человеком богатым. Михаил получил, это очень важно, очень серьезное наследство от дедушки. И мог, а значит и делал, финансировать террористические предприятия партии. А революционная карьера его такова. Ну, я написал о нем специальную статью, которую я вам рекомендовал, которая называется «Михаил Гоц от еврейского детства к боевой организации». Вот был такой еврейский мальчик, ходивший в хедер, ну как положено в своих мемуарах, написанных в 90-е годы в ссылке. Он хедер изображает крайне сатирически. Это вообще просто традиция такая ученых-евреев. Вот этот хедер, наверное, в самом деле не заслуживал доброго слова, да, значит, в том виде, в котором он существовал, описывает все, значит, его, свое там учение. Потом его отдали в русскую гимназию. Они жили в Москве, да? Жили в Москве, за чертой, русскую гимназию. И преподавателя взяли русского языка. Он русского-то толком не знал. Но сам преподаватель очень своеобразно говорил по-русски, и Гоц это очень забавно описывает его русский язык, как он его там готовил. Вот. Но так или иначе, вот уже в гимназии, а это 80-е годы, это уже после цареубийства, там вовсю, так сказать, циркулируют радикальные идеи. Не говоря уже об университете. Гоц вращается в кружках народовольческих. В итоге, значит, один из участников этих кружков оказался провокатором. Более того, будущей звездой русского сыска Сергей Зубатов, отец полицейского социализма, и будущий начальник московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов. Он выдал, значит, всю эту, значит, компанию, которая издавала и распространяла нелегальную литературу и, в общем, строила всякие планы возрождения народной воли, и их арестовали. Вот среди этих арестованных большая часть была евреев, причем выходцев из хороших семей, в прямом смысле этого слова. Кроме Гоца, там, например, был Осип Минар, сын московского раввина. Так?
Впоследствии один из видных деятелей партии эсеров и московский городской голова в 1917 году. Потом политэмигрант. Автор мемуаров, вышедших уже в эмиграции в Париже, солдат революции. Это Иосиф Минер писал о себе, сын московского раввина. И что с ними делают? Ну, в общем, так по большому счету ничего они не сделали еще. В основном болтовня и какие-то, значит, такие народные библиотеки, через которые они что-то там пытаются распространять. Тем не менее, их приговаривают к каторге или к ссылке в отдаленные места Сибири. И когда родители, в частности, раввин Минер, пошли, значит, там, к московскому полицмейстеру выяснять вообще, что, куда их там детей отправляют, и что их ждет, и так далее, то полицмейстер им сказал: вы знаете, мы не знаем ничего толком об этих местах, кто там, типа, бывал, там, Верхоянский какой-нибудь и так далее. Мы знаем только одно, жить там нельзя. Куда их высылают. Причем там ограничили количество этих самых поклажей, которые можно брать с собой. Надо еще добавить, что зарабатывать там невозможно, там нет никакой работы. И вот их, значит, отправили, в конце концов, в эту самую ссылку, кого в ссылку, кого на каторгу, и на пересыльном пункте в Якутске случился протест. Протест, связанный вот с особенностью транспортировки, с плохими условиями и так далее. Протест – это так называемая якутская бойня 89 года. И солдаты стреляли в бунтовавшихся этих самых каторжан ссыльных. Несколько человек было убито. Год ему попало в пулю в позвоночник, и он потом как-то немножко отошел, а потом в итоге был полупарализован. Это уже случилось через последствия через несколько лет. Так, кого-то приговорили к смертной казни, скажем, Когана Бернштейна. Его повесили, причем принесли к виселице на носилках. Это вот такая была знаменитая история, которая была книга целая на эту тему, и, в общем, вызвала такую реакцию. Вот так формировались люди, которые были готовы пойти на все, чтобы смести эту власть. Если для этого потребуется ее взорвать в буквальном смысле, они были готовы сделать и это. Но Михаил Гоц, все-таки у него было кому его поддержать. Он сначала из каторги был определен на поселение, а потом и вовсе ему разрешили вернуться в Европейскую Россию, а потом выехать за границу для лечения. Вот тут-то Михаил Гоц и развернулся в плане, значит, организации партии социалистов-революционеров и особенно ее боевой организации. Сам он в России бывать не мог и просто по состоянию здоровья не мог там лично участвовать во всех этих делах, но он, безусловно, был мозгом и он был финансистом. Некоторые даже считали, что именно Гоц определяет вообще состав ЦК и вообще все, что будет происходить в партии. И они были недалеки от истины. Другая ярчайшая фигура – это Гершвин. По образованию фармацевт, провизор, работал в аптечном бизнесе, был причастен к созданию в Минске рабочей партии политического освобождения в России, которые они затеяли вместе с его возлюбленной Любовью Клячко. Так и Гершуни постепенно пришел к идее возрождения терроризма. Гершуни один из тех, кто, собственно, основал партию эсеров вообще. Вместе с Аргуновым, Азефом, между прочим, так и некоторыми другими. Виктором Черновым, одна из таких крупнейших партийных фигур. И что затеял Гершуни по, значит, используя, вероятно, опыт Карповича, он затеял убийство ключевого министра в России. Какой министр в России был ключевой фигурой? Это внутренний отдел, конечно. Ну, еще есть министр финансов, тоже было.
фигура важнейшая. Ведь в России не было правительства в современном понимании этого слова. Не было объединенного правительства, которое чем-то там занимается. Да? Был царь, которому, собственно говоря, министры докладывали, который министром назначали. Был формально комитет министров, но никогда не собирался, это было формально комитет. Так, ну чем-то напоминает, чем-то, современную структуру российской власти, да? Когда как бы есть правительство, но есть, с другой стороны, администрация президента, и всем понятно, кто вообще главный. Так, ну, короче говоря, в один прекрасный для министра Дмитрия Сергеевича Сипягина непрекрасный день 2 апреля 1902 года к нему явился Мариинский дворец, это здание, собственно, комитета министров, явился посыльный офицер от московского губернатора, генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, дядя царя, с пакетом. Лично в руки. Сипягин вышел принять пакет, и этот самый посыльный, которым был никто иной, как Степан Балмашов, Степан Валерьянович Балмашов, член организации, которую создал Гершуни, он несколькими выстрелами в упор смертельно ранил Сипягина. Надо сказать, что вообще зрелище было устрашающее. Во-первых, это был комитет министров. Ну, Балмашова схватили, сбежались самые министры и наблюдали, как Сипягин умирает. Вот из него, значит, кровь пытается остановить, плохо получается. Вот он на глазах у остальных министров, вот, собственно говоря, умирает. Куропаткин, военный министр, сказал Балмашову: «Ну вы же ведь не офицер». Хорошая была, свежая мысль была. На что, значит, Балмашов ответил: «Офицер, раз умеет стрелять». Действительно, был офицер революции. Так, это был молодой совсем парень. Ему на следующий день исполнился 21 год. 21 год – это период совершеннолетия в России. Так. Вот. И вот после этого было объявлено о существовании боевой организации. Условием, собственно говоря, создания ее был успех. Потому что еще одной неудачи революционное движение бы никак не выдержало. И Балмашов был судим и повешен. Так, судим и повешен, велся он очень мужественно. Он был, кстати, сыном народовольца Валериана Балмашова сынова, такой потомственный революционер. А Гершуни выпустил листовку, заранее заготовленную, от имени боевой организации. Так в России и в мире стало известно существование этой самой боевой организации партии социалистов-революционеров, одной из самых эффективных боевых организаций террористических в истории. Есть такая, была такая брошюрка, выпущенная уже после революции 1905 года, которая называлась «Боевые предприятия социалистов, точнее, самими эсерами выпущена была. Называлась она «Боевые предприятия социалистов-революционеров в освещении охранки». Это перечень тех людей, которые были убиты или на которых было совершено покушение с тяжелыми последствиями боевой организации и ее, так сказать, какими-то подразделениями. Там 116 человек, включая министров, губернаторов, генералов, командующих там разными карательными экспедициями, полицмейстеров и так далее. Такой мартиролог настоящий. И это действует как центральная боевая организация, так и летучие боевые отряды, так называемые. Так, и вот это был не конец истории. Вслед за этим Гершуни организовал еще два покушения. Одно не слишком удачное. Был ранен харьковский губернатор Оболенский, по приказу которого
были подавлены крестьянские волнения в Харьковской губернии с применением телесных наказаний. Не слишком удачно, не только потому, что Оболенский остался жив, и пострадал незначительно, потому что террорист, рабочий Фома Кочура, он, в общем, раскаялся, стал давать там показания, и, в общем, выпустили ту же листовку «Народный герой Фома Кочура», герой оказался совсем не героем. Вообще, такая интересная закономерность. Вот десятилетиями пропаганда советская распространяла, так сказать, такие сведения, рассказы о рабочих крестьянах, настоящих революционерах, что это пролетариат и так далее и тому подобное. Как показывает история революционного движения, прежде всего раскалываются, каются, стучат рабочие крестьяне. Самые, так сказать, стойкие всегда кажутся интеллигентами. Эти какие-то рассуждения и литературные образы мягкотелых интеллигентов не имеют ничего общего с действительностью. То есть разные бывают, конечно, интеллигенты. Но если мы говорим о революционном движении, картина абсолютно противоположна. Так, как первомартовцы, скажем, да, кто встал там, тут же раскололся и стал выдавать. Росаков рабочий. Вообще это вот народолюбие интеллигенции, элиты, оно, как показывает история, не основано ни на чем. Элита она есть, элита во всех отношениях. Да? А ведь, как ни крути, и власти, и противники власти из интеллигенции, это ведь элита, и те, и другие, с разных сторон, так сказать. Друг с другом, так сказать, враждующие, пытающиеся опереться при этом на народные массы. Власть, которая считает, что вот в крестьянстве настоящий здоровый консерватизм, анархизм и прочее, отсюда избирательный закон 905-6 годов, когда крестьяне получают право, получают больше решающие голоса, так сказать, решающий пакет при выборах в Думу. Кого выбирают крестьяне, кстати говоря, либералов, кадетов, да, к примеру. Так что такие вот были интересные моменты. Власть не разочаровывается, ну и так далее. Ну и попытки потом радикалов опереться на народ тоже приводят к чему-то странному. Вовсе не к подлинно народной власти, разумной, как мечтали там большевики те же, а к черте к чему. Потому что рабочие перестают просто ходить на производство, ну и так далее и тому подобное. Вернемся, значит, к террористическим делам. Другой губернатор, уфимский, Богданович, это тоже было покушение, так сказать, санкционированное Гершони, был убит, и террористов не нашли. Даже до настоящего момента у нас нет твердой уверенности в том, кто именно его убил. Но, скорее всего, Егор Дулебов, но вроде был еще один террорист, а может этого не было, это большой вопрос. Потому что писалось в листовках о двух, потом вроде обнаружился один, но, во всяком случае, террористы схвачены не были. Богданович был убит за расстрел забастовщиков в Златоусте. Вообще, вот надо понимать, терроризм, конечно, это, если так выражаться не академически, это вообще глупость. В каком плане? Добиться свободы путем политических убийств – это нонсенс. Политические убийства не могут привести к свободе. С другой стороны, как писал в свое время еще Сергей Кравчинский, что может быть хуже вообще вот политических убийств, терроризма и так далее. Безропотно сносить насилие. Это хуже. Вот есть такая нравственная дилемма. Нет способа выразить свой какой-то протест, недовольство, несогласие, предложить свой вариант. Нет ничего. Нет свободы слова, нет свободы собраний. Это вообще никто. Ты верно подданный. Но раз так, то верноподанное берет и начинает стрелять или бросать бомбу, если он не нашел другого варианта, так сказать, выражения своих. Вот, Гершони был арестован, если уже говорить о этом, значит, сюжете. Гершони был арестован, отправлен на каторгу, был судим, приговорен к смерти, заменили, значит, ему каторгой, отправили. Сначала сел в Шлиссельбурге, потом отправили в Акатуй, из которого он сбежал в бочке с капустой. Его вывезли, значит, так. И сбежал за границу, поехал в Америку,
имел там колоссальный успех, особенно, естественно, у евреев, иммигрантов из России, собрал там за короткий период 170 тысяч франков, немаленькая сумма. Вот. Был настоящим героем на втором съезде партии СССР в Таммерфорсе, Финляндия. Но, увы, заболел тяжело, видимо, последствия этого путешествия. Бочка с капустой была еще и со льдом, да, и он там изрядно простудился, ну и вроде бы у него был рак, саркома, в 1908 году он умер. Гоц умер в 1906 году, после операции, которую мы сделали в Берлине, но тоже она не имела успеха. Гоц, его российская полиция считала самым опасным человеком в России. И это было не без оснований. У него был мощный интеллект, магнетическое такое воздействие на людей и деньги. Это делало его на самом деле такой центральной фигурой. Преемником Гершуни после его ареста на посту главы боевой организации стал Евна Фишеревич Азеф. Азеф или Азеф, или Азиев, его по-разному фамилии его писали. Вот. Азеф был платным агентом полиции. Он был инициативником, так называемым. Он жил в Ростове-на-Дону. Вообще он гродненский мещанин. Ну, в общем, потом они переехали, когда Азеф был еще мальчиком, в Ростов. Там он учился в торговом училище. Подвязался в каких-то, значит, кружках левых. Но одновременно занимался всякого рода гешефтами. В частности, продал по поручению одного из купцов бочку с маслом подсолнечным. Вот, получил 800 рублей, большие по тем временам деньги, дал тягу за границу. Где, значит, поступил в политехникум Карлсруэ, а очень многие евреи в силу процентной нормы вынуждены были получать образование за границей, чаще всего в Германии или Швейцарии. Язык было проще освоить, но немецкий был в то время лингва франка в науке, как сейчас английский. И плюс идиш все-таки позволял довольно быстро освоить немецкий. Он там учился на инженера, денежки все-таки кончились. По старым, так сказать, связям он там вращался в каких-то полурадикальных кругах. И он решил зарабатывать на жизнь чем? Стучать, называя вещи своими именами. И послал письмо Московское охранное отделение с предложением своих услуг. Значит, его вычислили. Это было несложно сделать для полиции. И он писал анонимно. Ему прислали ответ, обращаясь к нему по имени. Господин Азиф, ну, значит, ваше предложение рассмотрено, совершенно верно. Вот мы вам предлагаем 50 рублей в месяц. Ну, жалование, так сказать, скромное, но оно позволяло как-то там существовать. Азеф согласился. На пике карьеры Азеф получил 1000 рублей в месяц. Это был оклад министра. И не последнего. Азеф никогда не говорил, что он участник боевой организации. Азеф рассказывал, что он якобы там близок к ней, у него связи и так далее. Но понимали ли его, так сказать, работодатели, что он на самом деле их водит за нос или не договаривает? Думаю, что да. Последний из них, начальник Петербургского охранного отделения Герасимов, точно понимал, что Азеф, глава боевой организации, не мог не понимать. Азеф вел двойную игру. Он ходил по лезвию ножа. Он не мог все время выдавать, да? Иначе его быстро бы разоблачили и прикончили. И будучи сначала заместителем главы боевой организации, а потом ее главой, он не мог не заниматься тем, чем должна была заниматься боевая организация, организация покушений. И при Азефе произошло самое громкое эсеровское, одно из двух, я бы сказал так, самых громких политических убийств. Это убийство министра внутренних дел фон Плеве,
Или просто плевия, потому что был ли он на самом деле фон или не фон, это так никто до сих пор и не установил точно. Убийство среди бела дня в Петрограде, в Петербурге, прошу прощения, напротив Варшавского вокзала 15 июля 1904 года. Вообще, это довольно любопытная история. В каком плане? Ну, во-первых, Сипягин, потом, значит, Плевия, это были вот две таких виднейших, пожалуй, фигуры в плане полицейской функции в России. И когда возник вопрос о том, кого из них назначать на должность министра внутренних дел, император Николай II решил посоветоваться с Сергеем Юрьевичем Витте, министром финансов, наиболее влиятельной фигурой при Александре III, и он сохранял какое-то время эту влиятельность и при Николае, пока Николай его не отстранил, ибо Витте его как-то затмевал, как считал император. Он спросил его, вот кого бы вы советовали, Сипягина или Плевия? Витте ответил, Сипягин дурак, а Плевия подлец, выбирайте, Ваше Величество. Так, во всяком случае, писал сам Витте. Но, значит, император выбрал сначала дурака, а потом на смену ему пришел подлец, и Плевия был, значит, знаменит тем, что он, собственно говоря, будучи главой департамента полиции, ликвидировал народную волю, он вел систему провокаций, много чем он был знаменит. Так, и он, конечно, был опытный разыскник, и у власти после убийства Сипягина и явного роста оппозиционного движения, ведь и либеральное движение растет, и радикальное движение растет, был выбор или пойти на какие-то реформы, уступки, но все-таки это явный анахронизм начала 20 века самодержавия. Ну, абсолютный анахронизм, это все понимали. Даже царским детям преподавали, что, ну, вы знаете, в конце концов, у всех стран бывает конституция там, и так далее. Они как бы знали, ну да, да, когда-нибудь произойдет, но вот это не при мне, это потом. Ну, это обычное заблуждение вот такого рода правителей, что потом это заканчивается иногда для них плохо. Иногда не заканчивается плохо. И после убийства Сипягина император выбрал Плевия, выбрал жесткую политику. Жесткую политику, и Плевия был такой символ реакции. Плевия отлично понимал, что он будет следующей мишенью. Когда хоронили Сипягина, была масса вообще этой самой материи, красной с черным, там, траурной, да? Это собирались выбросить после похорон. Плевия сказал, оставьте, может быть, для меня еще пригодится. Совершенно точно предсказал. 15 июля 2014 года он был убит взрывом бомбы, который бросил Егор Сазонов, член боевой организации. Непосредственно на месте там этим руководил Борис Савенков, а Зев предусмотрительно уехал, так, чтобы, значит, на него не пали подозрения у его работодателей со стороны полиции. Есть теория, в частности, израильский, бывший российский историк Леонид Прайсман развивает, что в нем после Кишиневского погрома взыграли национальные чувства. Считалось, что Плевия был организатором Кишиневского погрома, что неверно на самом деле. Ну, так считалось. А Плевия считал ниже своего достоинства кого-то там разубеждать. И что он решил убить Плевия именно поэтому. Я думаю, что это ерунда. По одной простой причине. Я историк, а не гадалка. Если есть источники... Да. А можно вот уточнить, ну, по-моему, вот этот вопрос о убийстве Плевия планировался еще при Гершуне. Да. То есть, ну, как бы это же не ну, вот как раз вопрос, то, что вы говорите, из того, что в нем сыграли чувства. Азев глава, он может выбрать куда-то другую цель там, и так далее и тому подобное. То, что министр внутренних дел – это мишень изначально, по должности просто, это было всем понятно. Когда либеральный министр внутренних дел, Святой Полк Мирский, был отправлен в отставку, то он пил шампанское в день отставки, потому что он уходит живой с этого поста. Следующий министр внутренних дел, он же глава правительства Столыпин, был тоже убит, между прочим, в 2011 году. Так что место было очень горячее.
в России в 20 веке за 9 лет убили 3 министров внутренних дел. Можете себе представить, что они очень хорошо охранялись. Один из них был одновременно еще премьер-министр. Так что место такое было, серьезно. Вот, я думаю, что это ерунда. Значит, в жизни Азиев был, ну, видимо, он был не просто как бы человек меркантильный. Он брал деньги, причем практически бесконтрольные, с партийной кассы. А ведь расходы были секретные в боевой организации. Так? Вообще был такой некий симбиоз тайной полиции и террористов. И у тех, и у других были секретные суммы. И можно было в них не отчитываться. Так? Значит, как ты отчитаешься? Вот, заплатил тайному агенту. Или еще что-нибудь в таком духе. Да? Да? Вот. Так, с другой стороны, получал жалование все возрастающее вот, значит, полиции. Потом Азиев попытался как-то уйти от полицейской работы, когда революция пошла вверх. Но его как-то арестовали, не зная, кто это такой. И Герасимов, начальник петербургского охранного отделения, заставил его работать опять на охранку. И он там стал выдавать людей пачками. Кончилось дело разоблачением, значит, Азефа и тем, что он еле-еле унес ноги от возмездия революционеров. И по иронии судьбы, значит, во время Первой мировой войны он жил в Германии, женился там на... Жена от него ушла, когда узнала, что он был, оказывается, агентом полиции, она считала, что он великий революционер, и уехала в Америку с ребенком. Он женился там на своей любовнице, там, певичке из кафе Шантана такой... И был вполне себе счастлив, живя в Берлине. И тут его арестовали. Как русского агента. Он ведь в самом деле был русским агентом когда-то. Да? Значит, и он попал в тюрьму, значит, где у него заболел почками. Его выпустили в 18 году уже, когда он был в тяжелом состоянии. Он умер в Берлине, и там его похоронен. Он до сих пор есть его могила там. Вот. Ну и то, что революционеры еврейского происхождения кое-какую роль сыграли в терроризме в России. Я, к сожалению, просто не могу уже физически дабы не вторгаться, так сказать, на территорию другого преподавателя рассказывать об анархистском терроризме, который был в огромной степени еврейским терроризмом, взрыв кафе Либмана в Одессе, где там были сплошь евреи. Ну, просто в кафе бросили бомбу. Почему? Потому что рабочих в кафе сидеть не будет. Логика. Это было прямое действие или безмотивный террор. Почему можно бросить бомбу в окно вагона первого класса? Трудящиеся там не ездят. Почему можно взорвать кафе? Рабочие там не сидят. Это безмотивный террор, направлен не на кого-то, а просто вот на этих вот представителей этого класса, который вот поможет рабочим, трудящимся задуматься и так далее, а класс эксплуататоров он устрашит. Но это отдельный сюжет. Так вот, о чем я хочу сказать. Естественно, возникает вопрос. Ну хорошо, при чем здесь еврейство? Как бы, да? Вот эти люди были еврейского происхождения, а другие были там русского, украинского, белорусского, там, грузинского и так далее. Мы знаем революционеров разных происхождений. Да? Играло ли роль их еврейства вот в этом, их участие в революционном движении и в особенно их наиболее радикальных формах? Традиционный еврейский ответ – нет. Это ничтожное меньшинство, евреи – это не об этом, это религиозная, так сказать, группа и так далее и тому подобное, а это, так сказать, выродки и так далее и тому подобное. Мой ответ – да, конечно, играл. Потому что предположить, что один из самых образованных народов империи, причем сплошь городской, запрещено жить в сельской местности, а революция дело исключительно городское. Так ограничены права. Больше, чем, ну, собственно, единственный народ Российской империи ограниченный в правах именно потому, что вот они там исповедуют определенную веру и так далее. Предположить, что он не породит из своей среды радикалов, это считать, что таблица умножения не работает. Это можно предположить так же, как если там флик, там, не знаю, какие-то там химические вещества, то произойдет взрыв. В случае с евреями именно так и происходило. Почему терроризм? Потому что разрыв с традициями, да, он чреват резкой радикализацией. У евреев, вот отход от еврейства, да, он, как сказать, вот сын талмудиста и так далее. Когда человек разрывает с тем
это такие психологические домыслы, я не очень сторонник там всех этих таких изысков, тем не менее, разрыв с традицией очень часто идет к тому, что человек идет до конца. Разорвав раз, он уже идет, не останавливаясь. Это характерно, кстати говоря, как для евреев, так и для женщин, пошедших в революционное движение. Это очень любопытная история, ибо треть боевой организации эсеров – это были женщины. И сколько народу женщин настреляли и назрывали, это вообще не приведи Господь. А так, начиная с первой террористки, с которой по-настоящему начинается революционное движение Веры Засулич, к еврейству не имевшее отношения, да, до, скажем, там, Белой Шершевской или Ольги Таратута, это вот те девушки и мальчики, которые взорвали кафе Либмана и так далее. Люди были готовы пойти до конца, и это объясняется не какой-то мистикой, это объясняется, с моей точки зрения, конкретными социально-экономическими условиями и конкретными обстоятельствами места и времени. Как это происходило, так сказать, в замедленном режиме, я показал в статье о Михаиле Гоце, и я думаю, что эта схема, она работает в значительной степени и для остальных еврейских радикалов. Вопросы? Ну хорошо, я вижу, что вы задумались. Вот, если это так, то я считаю, что задачи выполнены. Вот, и возможно, что после этого вы наконец почитаете ту литературу, которая вам была рекомендована. До завтра.